Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть с Зубом, и сегодня мы будем фармить, так сказать, опять же, так, голдишко, чтобы прокачать нашего дюка до 6 уровня, потому что нам нужно еще 300 примерно голды, он стоит 1200, если мы посмотрим, да, вот он 1200 стоит. И единственный вариант быстренько эти денежки достать, это бустануть на вашего Никса до 1200 рейтинга. За это мы получим целых 600 голды. Ну что ж, сделаем это. Чё тянуть, правильно? Го! Го, попробуем это сделать. Блин, конечно, тяжко на них все играть. Слишком сейчас мощные ребята стали все. Хорошо, хоть Никс ушел, позволил нам забрать дроп хороший. Блин, куда я стрельнул, он же не там. Так, мне сейчас нужно за дробовиком куда-нибудь сходить. Зона куда, направо идет к нам, ладно. Я вижу здесь дробовичок, хотя бы какой-то. Так, там кенгуру. Не хочу на него идти, честно говоря. Блин, ну и где наш дроп? Где дроп, алло? Придется идти на кенгуру. Проплывем так незаметно, жух. Успел я попасть. Я думал, тут просто этот хамелеончик находится. Как же он меня допрыгнул? Да вы видели вообще? Отвали от меня, хамелеон. Капец, вот это нежданно-негаданно. Ну блин, хамелеон 9 уровня просто вывозит. Короче, все, я, наверное, слил, но надо хотя бы набрать как можно больше очков. В плане этого момента хотя бы нужно сделать все адекватно. То есть нужно потянуть время, хотя бы чтобы быть в топ-5. Просто потянуть время. А там, может, даже и победим как-нибудь. Наверное, нет. Уже что в 6, нормально. Тянем время, просто тянем время. Блин, зона к нам идет плохо. Хамелеон здесь имба, просто за счет того, что он 9 уровень, за счет того, что у него есть хороший дроп, он имба. У меня, кстати, тоже как бы неплохой дроп, но блин. Вот хамелеон каким-то чудом меня догонял постоянно. О-о-о. Так, тихо, живем, не палимся. Так, уберем, не будем стрелять пока никого. Главное не палиться раньше времени. Может там 4, может даже топ-1 лучше сделать такой хитрой тактикой. Ожидание. Вот это я сразу... А, я почти было так близко, если бы я не запылил. Просто сидел бы себе, ждал, и было бы все норм. Но я, короче, этот, подумал, аптечку заберу, всех шот, ну, короче, ну, как всегда. Ну да ладно, 176 уже. В принципе, такая себе первая катка получилась. Просто подропы. Блин, да что ж мне кидают в этот долбанный биом? Надо свалить отсюда. Ай, опять я в этом... В этом неприятном биоме для меня лично. Забираем сразу дроп. Блин, он засейвился. Заберем еще дроп сверху, вот этот серебряный лук, и можно пойти убивать... Это нормально вообще, что он с блока вышел и нас начал дамажить? Вот зараза.
Давай никс этого. Фанду. Ой, извиняй. На тебе. Наконец-то мы его добили. Блин, они все быстренько забирают, так мне, короче, не получается. Отмансил я от этого никса. А, короче, не знаю, что делать. Но тот никс почему-то мне не бьет. Странно это. Будешь меня бить? Алло, челик. Нет, не будешь? Гляньте. Вот то и как это? Надо жирафа убить. Блин, он схилялся за счет этой кьюки. Давайте отойдем немножко. Просто я не был уверен, что здесь есть вариант. Так, это никс, мы его не трогаем. Так. Да ну как же эти хамелеоны рандомно это делают? Да ё, они просто бегают и убивают, бегают и убивают. Что-то опять слил. Так, ладно, собрались. Сейчас будет все нормально. Блин, тяжко на них все что-то играть. Стало против всех других классов. Такое ощущение, что его понерфили, вот реально. По урону, по всему такое ощущение, что его понерфили. Втихаря. Хотя я видел, там какие-то были правки по балансировке постоянно. Их вносят, вносят, вносят. Возможно, у кого-нибудь из правок там что-то было по поводу уреза дамага от Никса. Но фигово, надо тестить. Так, забираем сразу дроп. Хороший. Забираем сразу аптечку. А, как же я... Ну как это... Ой. Слов нет. На, капец, я промахнулся, конечно. По-мастерски. Шотаем Никса, забираем с него аптечку. Не знаю, чего он хочет от нас добиться, но, блин. Я вообще-то в своей стихии, мне норм. А он все продамаженный и продамаженный ходит. Хотя, возможно, у него есть эта штука, которая позволяет ему отхиливаться. Блин, как же я близко возле этих штук. Они все-таки меня поддамаживают немножко. Ладно, фиг с ним. Вот, идем. Так, что у нас получается? Получается 12 человек, зона сбежит где-то в центр. Не знаю, как действовать. У нас, в принципе, хороший дроп. Блин, как же он хорошо реагирует, да? Ой, я плохо реагирую. Ну, этого хватило. Фу, пронесло. Что сказать? Выйдет, не выйдет, не выйдет, не выйдет, не выйдет. Выйдет, 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 не выйдет, выйдет, не выйдет. Ну, очень аккуратный кенгурушник у нас попался. В принципе, дроп позволяет все убивать, но у нас нет еще легендарного, да? Нету легендарного. Нету золотого хотя бы, или серебряного хотя бы дробовика, хотя дробовик это основной урон у Никса. Хотя у Никса, я смотрю, сейчас основного урона вообще нет. Это проблема. Блин, 11 уровень, 11 против 8 меня. 11 уровень против 8 меня. Ну это капец просто. 13 уровень. Ааа, 13 акула, жесть. Я их вообще не продамаживаю по урону, наверное. Зато лук нам здесь достался, нормас. Они пока между собой дерутся. Ну, типа, знаете, что там я 8 уровень не смогу сделать. Отстань, акула. Да ну их тут вы посмотрите! Они, понимаете, они стоят впритул друг друга и не видят друг друга. Капец. Ай, а я 13 акулы пытался удрать, и не получилось. 5 очков заработали, ну капец, сложно. Просто нереально сейчас на 8 уровне играть. На 8, чтобы побеждать, ребята, надо сейчас 15 уровень и пул затар по легендарному дропу. Вот, и тогда вы будете побеждать стабильно, без всяких проблем. Или вот так проигрывать. Не успел я... Немножко отмансить. Продамажил мне Никс.
Никс. Зато тут золотая гранатка. Нормально. Хотя мне лучше было бы золотой дробовик он. То есть я им почаще пользуюсь. Хотя как почаще? Не, гранатка я почаще пользуюсь. О, кстати, дробовичок пришел. Пришел сам ко мне. Повеселиться. Сначала аптечку заберем, а потом дробовичок. В бочки зашли, нормас. Так, люблю эту позицию. О, сейчас бы не промахнуться было. Да что ж ты в меня... А, блин, долбана эта фигня его. Я не думал, что он в воде сахрится. Ну так вот надо убивать этих челиков 9 уровня. Ху, скилл. Тяжко. Тяжко. Ну я думал, он пойдет его, тогда автовыстрел в него обстрельнул. Пока что мансим. Вот и все. А, нормально в него, да, не попал? Забаррикадировался, народ. Забаррикадировался. Баррикадер. Надеюсь, здесь Брюса нету. Я просто лук золотой собрал и все. Нормально. Не нормально, я тут постою. Тут водичка, тут можно вот так вот вжух и утонул. Постоим, поконтролим. Нет, нет, нет. Все, теперь можно кидать. Там что, никого нету, реально? Блин, промахнулся немножко луком. Да куда ж ты стреляешь? Вот же мудила на 9-м. Понимаете, да? А Брюс вот здесь вот сидит на халяву себе. Настреливает. Блин, я себе просто стреляю в стену. Не норм. Гляньте, а что на меня заагрились? Вот же мудила на Брюсе. Вот как так можно делать, а? Перед тобой стоит этот долбанный черепах, который тебя сейчас убьет, если ты меня не убьешь. Точнее, если ты его не убьешь. А он меня пытается убить. Видите, какую ошибку Брюс сделал? Из этого проиграл. Ай, какие же не девятые мощные слишком. Слишком мощные 9 уровни. Почему-то такая большая разница. Ну ладно, мы забрали 86 уже. Еще буквально 14. То есть, если возьмем хотя бы 2 топ-2, то будет норм. Но 2 тут 2 взять это нереально. Ну, ребят, это просто нереально. Даже не спрашивайте почему. Это нереально во всех смыслах. Даже если золотой весь дроп. Даже если легендарный будет дроп, мне шот вот все равно. Потому что 8 уровень, ой, 9 уровень какие-то нереальные имбовые. Они просто ходят и убивают, ходят и убивают. Им все равно. Блин, надо бы дробовичок какой-нибудь найти. Но фиг его знает, где они лежат. Блин, вообще нету нигде ничего. Видите, ни одного дробовика на карте нет. Ну и противников тоже нет. На все еще дробовик. Ну конечно, ё-моё! А у меня даже дробовика нету. А, капец. Просто капец. Просто нереально.
Они меня просто захейтили, эта толпа из ниоткуда взялась и захейтила меня. Ай, как же весело. Играть, опять слили. Я чувствую, мы не возьмем 2000 рейтинга, вот, ребята, честно говорю. Такое ощущение, что мы их не возьмем. С тем, как нам вот падали прошлые катки дробовики, да, как все такое дропается. Вообще, как сейчас играть на них все. С такими штуками я не представляю. Пытаюсь что-то отдамажить, пытаюсь как-то действовать адекватно, но, блин, как тут убивать, когда все сильнее тебя? Как? А вот в реальной ситуации получается так, что... Ну вот, как, вот видите, какие баги происходят в этой игре, а потом вы говорите, как в этой игре нормально играть? Как? Когда так лагает, когда такие баги делаются. Когда я прыгаю, а меня откидывает назад. Откидывает назад, на блин! Ну это же игра построена на таких нереально крутых... Вот куда лук? Куда лук? Лук выстрелил. Лук, вот зачем ты туда выстрелил? Ну, в чем прикол? Не захотел, Брюс. Вон он обходит по краечку, по краечку. По краю ходим мы и все такое. Зоопарк. Смотрите, ребят, развилочка. Ну посмотрите, а халявщик какой. А чё на меня стреляет? Вот же хейтер поганый! Ну все, пердык тебе. Ребят, это реально был хейт. А фиг тебе. Боже мой, он попасть не может. Вот, вот. У меня хилки нету, надо срочно уходить. Ну, короче, забейте. Вот просто хейтер галимый, чтобы ты помер. Тупая черепаха. Вот он меня захейтил, я проиграл. А, какие же жесткие катки на них все. 20 минут играем, а толку ноль. Просто ноль, ребят. Вот как эти игры брать, когда ты просто не можешь раздамажить долбанного... Там, у всех не можешь, никого не можешь раздамажить. Что за прикол? В чем суть игры, если ты никого не можешь раздамажить? Я вот не понимаю просто. Акулка, конечно, не ожидал, что я его сейчас шотну. Ну, блин, вот ты реально можешь раздамажить только слабых персонажей, типа акулы, типа хамелеончика, там, ну, не знаю, этого... Пингвинчика. А как драться против других? Ну ладно, еще Никса, да, ты можешь убить, типа. Типа можешь. А на самом деле нет. Там хамелеончик скрылся или мне показалось? А, вот это было дико. Ну, реально, ребят, вы видели только что это дико? Фу, и это только 15 человек осталось, а все плохо. Зачем он стреляет в кусты? Ты хамелеон. Никс. Он лаганный, понятно. А может и не лаганный, просто может бот. На тебе. Не ожидал, да?
Фу, как-то живем. Уже осталось 12 человек. Ну, я одного еще убил. Там 11-й пингвин где-то летал. Он же просто с лука, имба, блин. Он уже с лука один раз выстрелит и меня шотнут. Ну, примерно так это будет, конечно. Огонь убил пингвина. Это, походу, 11-го того, да? Жестко. Повезло. Спрячемся за бочкой. Если что, в воду сразу прыгнем. Если будет плохая ситуация. Там, я смотрю, Брюс где-то убивает. Ну, блин, для Брюса это идеальная ситуация. У него там хорошая позиция. Хотя его можно раздавить заранее, да? Закидав гранатами. Отвали, Никс. Брюс, он... Гляньте, он на меня хейтит, падла. Вот почему ты меня хейтишь? Ты неадекватный. Жесть, тут два Брюса просто мещут нас. Гляньте, они походу этот, хейтеры. Ну да. Короче, ребята, эти два Брюса, они играют вместе, вы видите, да? Они друг друга игнорят. Запомните этих человеков. А может и нет. Короче, блин, просто дебилы на Брюса, как всегда, играют какие-то. И портят там игру, блин, вот как бустится, по 5 очков, что ли? Жесть. Хейтить надо всех Брюсов. Ребята, запомните, хейтить всех Брюсов. Вот серьезно, ну это просто невыносимо. Когда челики игнорят всех, кроме... Ну вообще игнорят всех, это бред. Они тупо друг друга игнорили и бежали, тупо бежали на нас. Что это за хейт? Ну, как это хейтом не назвать? Это стопроцентный хейт. Поэтому нужно хейтить всех Брюсов, запомните, в первую очередь хейтите Брюсов. Блин, у меня бот попал. Я не буду... О боже мой, тут... Смотрите сколько голда, мы уже фулл голд собрали. Ну что, топ-1 заберем или нет? Посмотрим. Посмотрим на топ-1, может и заберем. Пока что здесь попрыгаем, походим. Может кого-то сможем убить. Возможно, а возможно нет. Как-то так. Но тут, кстати, нивелируется прыжок Никса, потому что как бы вы преодолеваете такое же расстояние, да? Но в итоге получаете хуже, ну, хуже бонус. Иди отсюда. Давай, иди сюда. Ты чё, да? Да что за фигня? Ну блин, как же он отталкивает дико. Вот, сыграем от воды. За кого ты стреляешь, долбанный кенгуру? Долбанный кенгуру, хейтер! Как же мне горит. Видите, ему пофигу на этого жирафа. Пофигу просто. Посмотрите на него. Ему пофигу. Вот так вот. Видите, как 9 уровень играет. Хейтит тебя, а потом хейтит долбанного жирафа. Не горит. Вот как фармить? Как долбанные 600 голды нафармить? Это ж нереально. Фу, надо собраться. Надо собраться, и тогда можно будет затащить. Но это все равно нереально. Просто нереально. Тут у каждого преимущество есть над тобой. Вот у каждого, ребят. Я не знаю, то ли все такие слабые, что не могут дойти, ну, до такого рейтинга, да? Ё-моё, да как же... Капец. Ладно, пофиг. Может в кустах на них все играть? Фигово. Я уже просто не знаю, где на них все лучше играть.
Блин, попался под гранатку. Ну, конечно, панда палится слишком. Блин, зря я получил урон, честно говоря. Панда какой-то странный попался нам. Я не успел сдвинуться, ё-моё! Да как же он попал в меня? Да как же он знал, что я там буду сейчас в этот момент? Спрятались. А, нет, не спрятались. Да ну их нафиг. Ой. Еще одна панда фигня. Да что ж такое происходит-то с этой игрой, а? Почему Никс 8 уровня ничего не может сделать? Его по-любому понерфили, ребят. Ну вы, короче, нафиг. Этого Никса. Просто бессмысленные катки. Только умираем. Хотя вот, выполнили задание. В принципе, почти накопили уже 1100. Ну не знаю, Никс вообще сейчас не играбелен. Вы сами это видите. Тут нужен либо хороший дроп на Никсе, в плане шмотов. В плане вот этих вот штучек, да? Либо вообще никак вы не вытащите. Потому что это просто нереально. Тебя 7 уровни шотают. Все ж тебя шотают. Как бы ты ни отыгрывал, все равно тебя шотают. Поэтому нужно сейчас выбрать другого персонажа, на котором можно будет пофармить. Это, конечно, акулка, но я не знаю, получится ли нам на ней взять. Вот не знаю, честно говоря, получится ли на кенгуру взять 7 уровня. 1000. Это сложно. Это реально сложно. Поэтому давайте все-таки попробуем сейчас на акулке добрать 1000. Быстренько, вот буквально парочку боев. Если возьмем топ-1, значит возьмем. Если не возьмем, значит не возьмем. Как-то так. Ну что? Го пробовать. Под конец, так сказать, немножко на кулке поиграем. Чтобы нашего дюка прокачать уже вроде бы на 6 уровень и понагибать на дюке. Ну, потому что он хорош. Потому что он мощь, сила, имба неостановима, все дела. 11 против 7. 4 уровня разницы, ребята. 4 уровня разницы. Чтобы вы понимали, он мне шотнет с дробовика. Шотнет! Еще один 7, тоже как бы. И валим. Подамажили чисто по приколу и валим. На водичку. Кто там ходит, то бот? Как слить? А, вы видели, да, нормально? Нормально. Гранатку взять хотя бы одну. А, живи. Да капец, как жить, вы видите? Они просто угнетают меня. Я надеюсь, хотя бы гранатку-то смогу забрать. Блин, сейчас управление. А, вон, настроилось, нормально. Погнали водичку, чё, поплаваем чутка. Че, здесь никого нету? Странно. Нам же лучше, нам нужно копье забрать. Надо сейчас с водички на кого-то прыгнуть. Но блин, видите, куда зона сбежится, видите? Там же нереально. Вообще нам что-то сделать. Да ну блин, да как же так? А, капец. Просто капец, ребята. Это жестко. Взять на акуле топ-1 будет жестко, сложно. Ладно, давайте еще раз закопаем. Хотя нет, это уже затянется, это уже нет смысла. Эх, какие-то у нас топовые катки сегодня были. Нереально сложно побеждать, не знаю, что делать с этим всем. Блин, блинский. А ладно, давайте в конце еще на фасике одну каточку скатаем. Хочу понагибать. Вот реально единственный челик, который сейчас нагибает, это Фазик. Вне зависимости от уровня персонажей других. Вот он имба сама по себе. И на нем можно разыгрывать хорошо. Вот, кстати, серебряный лук нам выпадает. Это лучшее, что могло нам выпасть, честно говоря.
Еще копье какой-нибудь серии. Вот, хотя бы каменное добрать и все, и норм. И норм. Конечно, можно сейчас пойти вот копье еще одно добрать. Ботов пошотать. Ну, сначала гранатку заберем, наверное. Тут еще дроп. Надо забрать. И теперь можно пойти бота добить, если его не добил никто. Хотя я смотрю, там какой-то пингвинчик. Да, этот пингвинчик его добил. Да за что в меня? Я ж помог тебе, ты. Вот Никс поганый, а. Блин, я не целился, в этом проблема. Сейчас запустим лук. Ой-ой-ой, как я ошибся. Слоупок. А мы всех можем дамажить. За счет этого и хорош пингвинчик, за счет всего этого. Что я сделал? Ё-моё, вот это я рукожоп. Как же было жестко. Как же было жестко. Ах ты, чертяга, а? Гляньте какой, а вез... Да блин, вот везучий. Гляньте какой. Какой челик везучий, а? Ну не тут-то было. А я могу забрать, мне норм. Ну, относительно норм. Если так можно сказать. Дух. Брюсов хейтим. Хейтим Брюсов. Всех. Хейтим Брюсов, ребята, всех хейтим Брюсов. Ну и кенгуру тоже можно можем постоять. Меня это радует очень сильно. Блин, у меня хочется... Вот же мудила. Вот, ребята, запомните этих хамелеонов. Они тоже все мудилы. В большинстве своем. Короче, попик. Мудилы. Не успел. Ну посмотрите, они друг друга игнорят, ну что это за люди? Ну чтобы все померли, чтобы у вас никогда больше топ-1 не было. Ну реально, ну как можно относиться к таким людям? Ах, ладно. Такие у нас сегодня получаются катки, ребят. Не очень хорошие. А нет. Мы такие накопили. 900 монет за 5400 рейтинга. Не зря, кстати, потели. Забираем наши монетки. 2000 у нас уже есть. Скоро 10-я лига. А где персонаж? А где наш? Подожди, а где новый персонаж? Какой он лиги падает? 11-е, 12-е. А типа нету еще? А как же его? Как же его найти? А где новый? А, то есть его нельзя выбить ни с какой лиги еще? Блин, это плохо. Ну ладно. 900 монеток мы заработали, пофармили, в принципе, неплохо. В следующем раз мы сыграем обязательно на нюке. Прокачаем его на 6 уровень и будем тащить. А это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.